мы хотим сходить на противоположную сторону, посмотреть, что там на Ейском Лимане, на детском пляже. Это совсем рядом, буквально 2 минуты пешком. Вот мы идем по этой дорожке вдоль магазинчиков, потом пойдем на детский пляж, на Лиман. Так, вот он наш катер Ейский Патриот. Здесь остановки маршруток, чтобы ехать в центр. А мы идем по переходу к лиману. Ну, похоже, что там тоже волны. Так, вот он наш детский пляж. Конечно, тут волны поменьше, чем на море, но тоже не очень-то сегодня погодка. Хотя очень жарко, вода теплая. Вот мы и пришли. В общем-то, тут тоже волны, но купаться можно. Рядом горка есть. Градусов 25-26, она не такая горячая, как была несколько дней назад.